Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Кирилл Геймер, Форум, Гусанёк, Робби, Санёк, Дэн и Тачи. Пацаны, скажите классные слова. Всем привет. Всем привет. Всем привет. Всем привет. Ребята, так как через несколько дней Новый год, мы решили взять классную зимнюю карту и будем убегать от аниматроников. Если тебе кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. 3, 2, 1. Кто первый умрет, тоже становится аниматроником. Ребята, досмотрите ролик до конца, потому что в конце ролика будет 7 аниматроников и один выживший. И не забываем подписываться и ставить лайкосики. Серега, даю тебе подсказку. Нажми на R английскую. Я нажми знаю. R. Я пока в таком режиме. А, ну давай, Серега, помучайся. Я это было поймаю. Очень легко. Смотри, как. Ты не поймаешь. Ты поймаешь, знаешь кого? Вот мне кажется, Балди первый попадется. А кто? Кирилл Геймер. Ну, Кирилл Геймер, ты что, специально взял, слился? Не, Серега, я тебе не Кирилл Геймер. Ха-ха-ха, я буду хорошо. Вы чё, да все, пацаны, вы сливаете, зачем вы так делаете? Инка, иди сюда. Нет, я убегаю в дом, я в доме. В доме. Я слышу, как он своими металлическими ногами бьет по асфальту и ищет меня. Но не ты не сможешь, Серега, потому что я буду очень хорошо играть в этой серии. И, ребята, кто останется последним выжившим, тот будет победителем этого ролика. Гусанёк, ты выиграешь, как ты думаешь? Дим, давай я подсажу. Не, не надо, ты умрёшь. Он, кстати, может через забор убить. Да не, нормально, все, стоим здесь. Все красиво, стоим. Дима, беги, беги. А меня не убьет, ты не переживай даже. Я очень хорошо играю. Серега не сможет меня убить никогда в жизни. Так, я сейчас переключаю режим. Ну, все равно, даже в таком режиме они меня не смогут убить. Потому что кто я? Правильно, лучший игрок Гаррис Мода. Ни один аниматроник меня не сможет поймать, потому что я буду обманывать его только так. Так, не мешайте, пацаны, пожалуйста, тут решается жизнь человеческая. Дима, ага, ты думал, я туда побегу? Опа, видишь, как бы хорошая попытка, но она не удалась тебе. Так, Гусанёк, ну ты чего? Да он повезло, он чисто. Ну не повезло, ты просто хорошо этот... Я буду последний выживший, ребята. Вот теперь я затащу. Так, сколько осталось в живых нас? Ага. Я, ты, трое нас. Трое, а, еще много людей живых. Не, четверо. А, четверо, 4-4. Так, ну что, на одного меньше стало. Все, поймал. Молодец, я в тебя верил, Серега. Еще двое осталось. Ты молодчик. Так, нас двое осталось. Я последний выживший? Нет, еще. А, я смотрю форум вроде бы. Я и так умер. Дэн. Пацаны, вы меня не поймаете, понимаете? Я очень хорошо играю, я профессионально тренировался тысячелетиями, чтобы затащить. И в этот раз я тоже это сделаю. Ты последний. Все, я выиграл? Мы тебя сейчас убьем. Ребята, смотрите, как надо красиво выживать. Я профессионал, лучший игрок. Я знал, что это, я придумал этот режим, потому что я знал, что я выиграю, но все равно я выиграл. Да я подался, чтобы дольше этот не затягивать. Порвали меня на куски. Ну ничего. Теперь я буду убегать. 3, 2, 1. Я думаю, что сейчас первый сольется у нас, смотрите. А что ты хочешь сказать свое оправдание, Спанч Боб? Ты был хорошим человеком. Я и буду хорошим. Вот он тебя перехитрил, Дима. Не хочешь, да, сдаваться? Не. А вы тоже когда пацаны бегали немножко, как телепортировало назад? Подлагивало. За Фокси? Да, было. Валди, я предсказал твое будущее, ты первый умрешь, просто это был мой раунд. Так, отлично. Я думаю, что кто-то в доме. Я был прав. Крякнул, хорошо, я тебе перед смертью. Так, ну что, нас уже трое. Смотри, как я быстро этот раунд начал, Серега. Хотя ты тоже этот нормально лупашил. А, ну все, скелет, я твое... Ладно, давай Спанч Боба мочить. Я с этой стороны, ты с этой. Блин, я же сказал, ты... Хорошо, я понял. Он играет очень умный аниматроник. Вот смотри, зачем ты бегаешь здесь? Я тебя поймаю. Отлично, еще один крякнул.
Так, смотри. Спанч Боб, как ты думаешь, сколько тебе минут осталось жить? За тобой гонится очень мощных два аниматроника. Три. Ну ничего страшного. Да давайте, Спанч Боба, все должны убить Спанч Боба. Почему Спанч Боба? А где он, подожди. А в Караганде. А за кем мы гонялись? Вот за он, шкаф. Вот он. Блин, я его видел за деревом, шкирился. Стоять, кому мы говорим, Серега! Ты не уйдешь. А вот теперь я буду принципиально Серегу убивать. Я так и знал. Так, 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 я вижу его ноги вонючие. Так, я его тут жду. Сейчас он будет сюда бежать. Иди, 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 гоняй его. Ну куда ты убежал? Вот, Серега, в доме, в доме, в доме. Еще чуть-чуть бы я бы его убил. Блин, сопельки, блин, Серега. Стоять, кого я говорю, ты должен... Ты арестован имени аниматроника, который должен тебя убить. И это буду я. Как же я хочу Серегу убить, он такой вкусный. А кто это на заборе там стоит, а? Не знаю. А, на заборе кто-то стоит? Гусанёк. А его, а забор тоже можно убить. Неправда. У него радиус неправда. Большой. Это не я. Ну ничего страшного, гусанёк. Ну проиграл-то и проиграл. Так, это уже аниматроник у нас. Ну ладно, хотя бы проверил, что можно убивать здесь. Так, где Серега? Я его не вижу. А я бегаю. Так, давайте перекличку. Кто живой? Я живой. И я. Ну вот! Ну! Ну! Ну блин-то! Ну как? Я тебя не убил. Ну это же были сопли, понимаете? Это был самый близкий момент, который мог быть у меня на планете. Есть. Ну как ты не умер? Давайте, все Серегу должны убить, чтобы Серега не выиграл. Все. Все, и я Серегу на всякий случай тоже убиваю, потому что мне он не нравился. Так, кто живой? Так, Серега последний. Серега, ты победитель? Да. Ты молодчик. Молодец. Серега, давайте сделаем такой раунд, когда ты будешь один выживший, а мы все против тебя. Сколько ты продержишься, как ты думаешь? Давай, давай, давай. Три, два, один. Время пошло. Серега, ну смотри, как я тебя красиво убил. Я псих-убийца. Ну что, Гусанёк, давай, готовься, теперь твоя очередь выживать. Надеюсь, ты сможешь лучше, чем Серега, прожить 10 секунд. Я сдох, потому что я думал, все в дом забежали. Я выбежал. А вы, оказывается, на улице меня ждали. Три, два, один. Гусанёк начинает выживать. А вот он побежал, ты смотри. Гусанёк, только ж нельзя использовать читерское оружие, как ты это обычно делаешь. Какое? А, монтировку Фримена, не? А это он в дом забежал или нет? Вот он! Блин, мне надо было нажать... А, все. Я его споймал. Так, давайте, блин, думать, кто же дольше прожил, Кусанёк или Серега? Не знаю даже. Три, два, один. Полетели. Да подожди, стой! Да это некрасиво с твоей стороны, я три не успел сказать. Получается, это удар был заранее нанесен. Три, два, один. Раунд начался. Давайте, щенки. Я вас не боюсь. Давай, вы где? А ты я где? Я вас всех убью. Моя цель продержаться дольше всех. Я заныкался. Где ты, Дима? Я бегаю по улице. Врешь? Я бегаю по улице. Тогда почему футболка сухая совсем не пахнет? Да ну не говори так, Серега. Или ты в другой футболке бегал? Я бегаю в синей футболке. Тогда почему она коричневая и штаны коричневые? Ну почему вы все тут ходите? Уходите! Ну уходите, пожалуйста. Я вам ничего хорошего не сделаю, говорю. Дима в доме? Да, я в доме. Да он моет. Я убийца псих, никто меня не убьет. А ну... Щенки вонючие! Я вас не боюсь никого. Вот так вот тебе, ты понял? Красивая уже тут куча трупов, а не вот ролик. Не успел, а попытка была хорошая. Нет. Я не понимаю, кого убиваю, потому что у меня отображается просто никнейм аниматроника. Да не стопоритесь, ту. Ай. Красиво, это был гусенек, потому что у него гусь видно. Ну, пацаны, я потихоньку выхожу на улицу. Блин! Убил, я убил. Боже, ты что надо быть придурком? Ну, блин. Да я поддался специально, потому что, ну, вижу, долго выживаю.
Дима, ты увидел, как я тебя нашел, да? А что ты меня сразу не убил? Да я хотел посмотреть, найдут ли тебя другие, потому что было скучно просто так тебя убивать. Решающий раунд. Выясним, кто же лучший аниматроник. Кто останется последним выжившим, будет победителем. Поехали, пацаны, давайте. Покажите, на что вы способны. Он тебя хочет. Есть, я убил. Неужели меня тоже убили? Кто остался? Я, пацаны, двоих сразу убил. Я еще живой. Отлично. А в смысле? Я же Дим тебя убивал. Ну, не получилось, ведь, понимаешь, ну, такая жизнь. Так, я троих убил, понимаете? А ведь никто Диму даже не крысит, не пытается. Я мочу просто как танк, иду всех, кого вижу. Вот стоит жертва аборта. Я не могу двигаться. Ну и все, пока. Ну давай, ну кто там, убей. Нет, пожалуйста, нет, не подходи. Я сейчас с тобой буду один на один, по-честному, давай. Кто со мной, иди сюда, щенок. Один на один, без никого. А, решил ноги сделать. Давай с тобой, один на один. Да что-то он вообще. А че он так завис, Дима? А, все, я убил. Я убил. Ты Диму убил. Не может быть, Серега. Да ну не может быть, я. Я не смог. Блин, так красиво. А где ты был весь раунд? Че я тебя не видел? Ныкался. Если понравилась эта серия и подняла вам настроение, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. А пока. Всем пока.